Здорово, YouTube, с вами Трэшер, и добро пожаловать на мой канал. Вы открыли видеоролик на тематику прокачка аккаунтов. До них у меня не было такого видоса, да и в принципе я снимаю такую рубрику, если мне реально пока нечего снять. Сегодня у нас в Free Fire была обнова, вот она вышла вот на момент записи этого видоса, буквально часов 5, наверное, назад. И хотел что-то для вас заснять, но что-то в голову вот только это пришло. В общем, мы сегодня будем прокачивать такого игрока, как iPhone. Я ему закинул, 6100 алмазов получается. И я еще не знаю, что можно ему выбить. Так, в принципе, что бы хотелось ему выбить, это белая водолазка. Тут помимо этого еще есть такие футболочки прикольные, никому не нужные. Белый феникс, это орел белый, да? А не феникс разве? Ну и, конечно же, самое главное, это вот эта водолазка. По штанишкам у него, В принципе, под это тоже пойдут, либо джазовые накинуть. 6000 алмазов это, в принципе, немного, но попытаемся что-то выбить ему на эту сумму. Окей. В принципе, планирую еще записать такую рубрику до конца месяца. Так что я запускаю конкурс, ребят, на одного человека. Я выберу среди вас, кто будет писать в комментариях под этим видосом. Обязательно пишите, почему вы хотите участвовать. Подписывайтесь на канал, ну и конечно же ставьте лайки. В следующем видосе я обязательно выберу победителя. В общем, поехали. Давайте возьмем ему водолазку. Начнем крутить. Я думаю, за алмазы вряд ли я ему его выбью. Но будут падать вот эти жетоны. Так, что-то выпало. И это кокосовое. Ну вот этот жетон и еще один. Кстати, а почему... Три штуки. Так, ладно, три штуки выпало. А всего сколько надо для получения? 12 надо, у нас уже три есть. Ну, отлично, что могу сказать. Оно еще обнуляется, когда вот эта штука выпадает. Там лаки обнуляются. Потому что я умный, делаю все правильно, ни единой ошибки. Ну, тогда мы вряд ли выбьем. Скорее всего, надо будет обменивать. Так, есть опять жетон. Есть еще один. Так, есть еще... Это хорошо, кстати, что так часто выпадает. И еще одну давай. О, супер. У нас 7 штук теперь в общем есть. Кокосовое лакомство, блин, так и хочется сожрать. Надо всего лишь 12. Но это будет вообще идеально, если оно выпадет. Прям моментально. Так, 8-я пошла. 8-я есть. Отлично, у меня запись-то идет, идет. И 9-я. Easy. Так, теперь надо выбить три штуки. Так, ехали. У него этой подолазки нету. О, там еще тайный магазин, кстати, или как там. Давай, три штуки дай мне, и мы уходим. Так, раз. Ну, три вроде я не выбьется. А, ну ладно, я ему вообще кое-что другое выбил. Скин выпал, белый орел. Да. Хорошо, десятка. Так, две штучки надо, у меня еще остается 5400 алмазов. И вот должно. Ну нет, ну ты чё, по одному мне падать будешь, серьезно? На, серьезно, ты не верил. Футболочку выбили, кстати. И последняя, давай, вот здесь вот точно падает. Выбиваем. Ну, 100% тут есть монетка. Вот это лакомство кокосовое. Я же говорил. Все. И еще одна, чисто на халяву. Так, в обменник идем за 12, забираем. Можно и на женщину, то есть на бабу и на мужика надеть. В принципе, четкая штука, давайте сразу накинем. Все, отлично. Замечательно, поразительно, гениально. Поменяем ему сразу штанишки, чтобы он выглядел красиво. Вот, джазовый, в принципе, джазовый тоже неплохо подходит. Ну и как же без наших сланцев, то есть шлепанцы, накинем их и все. Готов, мужичок, шляпу я не буду менять ему, пускай, так тоже неплохо выглядит. Ладно, неплохо. Так, идем дальше. Счастливый магазин. Я назвал его тайный магазин, но здесь он называется счастливый. Так, ему тут выпала скидка. Так, а как посмотреть-то? Вообще, как эта скидка падала-то? Как-то странно она выглядит. Так, нужно потратить 200 алмазов, чтобы для открытия главного приза 690. Не пойму, что это. Так, мы ему обязательно купим. Не понял. Очень интересно. Блин, у меня темно, все-таки надо было свет рубать, да ладно. Так, купим ему
пропуск, комната, это одна игра, три комнаты, ну, за 99 по-любому надо забрать, чтобы у него были, так, заберем. Дальше, карту смены ника тоже, ну, по скидочке заберем, и также, я думаю, мы заберем, знаете что, давайте пропуск за 252, ну, все-таки заберем, пусть будет. Так, это что? Брать больше алмаза, чтобы открыть привилегии. Блин, надо что-то еще купить. Надо что-то еще взять. Ну, я не знаю, что. Вот кто это за 199? Сложно, сложно, непонятно. Ладно, за 97 алмаза вот это заберу. И купить за 199. Вот этот набор, что ли, получается? Я понял. То есть его можно было сразу за 700 купить. И можно было за 200 алмазов купить. Ну ладно, окей, давайте обновим, у меня еще куча алмазов осталось. Так, здесь у нас есть инкубатор, не буду брать. Вот эти крылья, не знаю, давайте заберем, пусть будут. Давайте обновим, еще может что-то классное появится. Но это не точно. 5 билетов тоже заберем. Сейчас оборовываем все. А вот это что такое? Набор блястбит. Блястбит, не, блястбит нам не надо, обновляем. Почему оно баг? О, эмоция, лунный удар. Интересно, у него есть эта эмоция или нет? Ну, я заберу, не знаю, есть у него нет, но на всякий случай заберу. Эмоция — это топчик. Такс, рюкзачок, розовый кролик. Я не знаю, есть у него это и нет, но я все забираю. Так, вот эту эмоцию тоже заберу. Вот эту эмоцию, но оно же все по скидке. Правильно, по скидке все нужно забрать. Идем дальше забирать. Обновляем еще 3000 алмазов. Я не знаю, куда их можно потратить. Но тут вроде уже ничего такого ценного не выпадает. Да, все по кругу уже идет. Все, что можно было, я забрал. Стоит ли забирать вот этот сет? Ну не знаю. Ладно, оставим. Тут все уже, да? Да, тут уже все, ничего такого больше нет. Так, за пополнение, конечно же, можно забрать лутбокс самый ужасный, неинтересный и т.д. и т.п. Так, здесь что у нас? Здесь какие-то наборчики, водолазку, это все мы забрали. Посмотрим, что в магазине можно сделать. Так, короче, мы немножко поменяли ход видеоролика. Сейчас я с владельцем аккаунта сижу в Дискорде, у меня... 3000 алмазов осталось, я не знаю, куда их потратить. Давай, iPhone, ты скажи, что ты хочешь на это купить. Мы тебе взяли пропуск, мы тебе взяли куча новых, может не куча даже, я не знаю. Эмоции несколько, давай посмотрим. Вот раз. Джекпоте, да? Нет, в тайном. Остальные у тебя были, я, короче, даже купил те эмоции, которые у тебя были. Одна эмоция только. Это гениальная идея. Просто класс. Вот это? Да. Так, по 40 алмазов, вот это самое дорогое. Давай 20 купим. Давай. За 700, ну, в принципе, поехали. Двадцатка, время на время, скар навсегда. Так. Там еще этот дробовик есть, огненный. Дробаш огненный, самый легендарный. Да. Так, М10-14, куда его вниз вы, блин, потеряли легенду. Вот это, да? Он тоже 40 стоит. Я думаю, тут можно 15 штук взять. Так, 1700 алмазов осталось. Время. Ты заметил анимация, кстати? Еще попробуем? Да, 10 что попробуем. 10. Ну что, дамы и господа, от вашего лайка зависит, выпадает ли айфону здесь или нет. Если вы прямо сейчас поставите лайк, ему выпадает отсюда навсегда дробовичок. Давай, айфон будет тащить с этого дробовика. Конечно, раз, два, три, поехали. Так, не все поставили, ну ничего, у нас еще есть 5 попыток и... Ну не все поставили. Блин, еще 1300 алмазов. Ну, у тебя уже на нормальное количество, я думаю, выпало, в принципе, если даже не навсегда. Еще, может, какое-то оружие есть там, которое ты хочешь? У тебя на 2 месяца дробовик есть. А это посмотри, АЦ-шку посмотри, сколько там. Так, АЦ-шка в этом винтовках. Ой, да, вот она. Она на месяц. Да, нормально. Ее покрутим, может, еще? Нет. Если хочешь, там где-то 5 штук можно только. Давай другое что-то, что еще покрутить надо? Там нету для меня что-то. Ну ты уже все, да? Может одеть там одежду, может какую-то там, я не знаю, прическу, там шляпку, шапку поновее там. Ты там в джекпоте все покрутил? Нет, в джекпоте как раз таки я ничего не крутил, кроме водолазки. Но я типа не посчитал нужным. Да, это не нужно. Вон, видишь, эмоцию посмотри. Вот эту? О, да. Ее хочешь?
Да. Так, ну я думаю, за 1300 на выходе уберем еду питомца и вот эту штуку. И крутим. Так, девятка пошла. По-любому должна выпасть. Крутим, крутим, крутим. Ну, так, МК. Открываем сразу. Винторез какой-то злобогаз. Ну, она... О, на 3 дня. Все равно винторез убрали теперь. Они не спаунятся больше в этом. А это что за МП-40? Дальность, бронебойность. Ну, в принципе, за 100 алмазов выбить, ребята, для вас самое... Да ну! Да ну! Ума фартовый. Умеете, могете просто. Сколько алмазов? 200-300? Нет! 50. Сколько? 150, что ли? 100 алмазов. Да, 100 алмазов потратили. Так, взяли пропуск, тебе обязательно надо будет качать. И 1200 алмазов. Я думаю, в принципе, я тебе их оставлю, не буду никуда тратить. Ты сам их потратишь куда-то. Да, я попробую выбить АТ-шку. АТ-шку? Да. Давай мы... Мы можем до конца, да. Давай тогда, если ты их на АТ-шку будешь тратить, мы тогда сейчас это прям сделаем. Возьмем 20 лутбоксов. Откроем. Так, нету. Есть. Ема. Вот это дробовик дальше добавить. Так, сколько там на 500? 500 алмазов, 15 штук. Поехали. Так, нету. Давай, это, походу, самый такой редкий дробовик, который не выпадает. И последние 5. Ну, есть еще 2, да? Да. Все, поехали. Открываем. Ну, если... Ну, в общем, друзья, я буду на этом заканчивать. Спасибо вам огромное за просмотр. Надеюсь, вам понравился. Не забывайте про конкурс, потому что в следующем видосе я выберу победителя и прокачаю его тоже. На этом все. С вами был Трэшер. Всем спасибо за просмотр и всем пока.